рублем. Ну просто есть возможность дальше поехать, да, чтобы можно дослушать. Так, ЛТ. Рашки нахуй, вот так вот. Заходите вот сюда вот. Прям в центр ломитесь, вот сюда вот. Отсекайте их ЛТшек, заходите им в жопу и гасите. А мы, как вы будете где-то вот тут вот, мы рвем нахуй вот так вот. Короче, их сейчас в селок загоняем и режем нахуй. ЛТ с горы все срывайтесь, троечки, танкуйте вот этих троек нахуй. Делайте вид, что там начинает атаковать. Не разъеди, что так разъеди, першик. Ты-то что там делаешь? Ой, блядь, вы смотрите, как вы сейчас стоите на карту, смотрите, тройка, потянись к тройке, почему одна-то, одна танкует? Короче, залетаем, ЛТ-шек режем, и соток режем. Тройки, подтянитесь к тройке, вторая троечка, подтянись, подтянись. Они сейчас вас давят. Вот я там стоял, танковал. Вот нахуй поехал и пизды получил. Так вот тут уже чудо камень нахуй, по-моему. Да ну, да не успел. Хорош, хорош. Сотка минус один снаряд. Залетаем, залетаем, никто не сыт, похуй, разряжайте с собой. Режем это. По цему не стоим. Наша задача Раша. ЛТ по возможности вот 90-ка доберите. Ай, нахуй, короче, ставим на захват. Ближайший. Все, едь тихо, нахуй. Гасите ЛТшки. Вот трое, ближайший, давайте на захват ставим. Пизду. Не доберем. Куда идем, по-моему, ресурсы зарабатывать. Девяностик на захват полетел. Да? Да, это просто... Старайтесь нахуй, держите с собой, умирайте. Все равно на остатку не влияет никто. Если кто-то печется. Хоп. Девяностик, который никто... Первый приехал. Кто третий съехал? Ну третий-то съехал, ё-моё. Стоял же трое. 4, 3, 2, 1. Всё. Вот она, плюс, блядь, картонность на мобильность. Главное, только при лопате дойти прям на бок, вообще никогда не ездили. Всегда с этой стороны, прям вообще бодренько все сделать.